Хорошо, так, Саша, спасибо за работу. Вот твой, ты собрал, да? Молодец. А вот это я буду собирать. А ты, кстати, обжегся? Нет, крапиву не залезал же. Молодец. Ну, ты заработал свой полтинник, теперь я буду зарабатывать. Итак, то, что начало падать. Но несколько слов про это уникальное дерево. Вот, пользуясь тем, что ты меня слышишь. Смотри, чтобы немножко в мозгу застряло. Итак, ранетка, классическая ранетка. Вот, в малом дереве она была в два раза крупнее. Тогда можно сказать, что это она была крупнее, что это полукультурка. Это дерево 35 лет, оно было огромным. И сейчас огромное? Ну, сейчас, конечно, назвать огромным уже нельзя. Почему? Первый этап был насыщение ментора по Мичурину. Я внедрил в него 3 или 4, сейчас не помню, крупноплодных сорта яблонь. Помню богатырь, помню желтый бочонок, со Смоленска прислали богатырь от этого самого Чижика Николая Ивановича, еще какой-то сорт, и они укрупнились до предела. Шли годы, сорта, которые были привиты, погибали, не сразу, лет через 10-15. А ранетка жила и живет сейчас. Ей уже 35. Она в основании она вот такая вот. Вот такая вот. Вот такая. Вот такая. Вот такая красненькая. Вот. Ее позади тяжелейшая жизнь. Вот она. Давайте мы ее обойдем. Все-таки народ должен знать свои герои, в смысле, свои уникальные сорта. Как видишь, смотри, обрезку на кольцо не делал. Оно живо до сих пор, потому что я оставляю всегда. Я придумал обрезку, называется обрезка на сучок. Вот она по железу. Та, которая проклинает до сих пор вся наука. Я не понимаю, чем они думают, делая страшные раны на стамбе. А обрезка, я отвлекся, но дерево живо, значит, имею право говорить. Обрезка на сучок, этот сучок, это и есть пробка, не пускает туда мороз. Вот, правильно? Правильно. Вот так, теперь, значит, урожай вы видели. Ну, блин, уже. Лет 5-6 назад свидетель Иоанн Александрович Савинич, все ветки скелетные были укорочены на 3/4. Вот то, что осталось. Вот, видите? На второй год после этого она снова вот такая стала. Укрупнились плоды, но уже не до предела. Для чего они сейчас нужны? Так, это можно смело говорить. Ты дегустатор на. Сухаватенькая немножко. Какая? Сухаватенькая немножко. Сухаватенькая? Ну, дегустатор сказал сухаватенькая. Тогда я буду пробовать. Давай. А? Ну, ешь маленькая. Это тебе не груша, которая истекает соком. Но абсолютно съедобно. Кислоты ноль. Согласись? Вообще не кисло. Вообще не кисло. Вот. Ну, в данном случае, да, она хороша на соки, компоты, варенье. Но нам она нужна для семян. Вот, спасибо. Неси сюда ведро. Я все немножко подсобираю. Подожду еще неделю, когда все это осыпется. Сейчас стоит жара, она быстро перезреет. И семечки пойдут в другие районы страны, да. Сюда ближе, ближе. Вот, я сейчас буду собирать. Все, друзья, мы познакомились с уникальной вещью. Почему уникальной? Возраст. Сейчас, когда страшная косой смерть прошла по Хакасским садам, по Красноярской, по Минусинской котловине Красноярского края, уничтожила сотни тысяч, а может, миллионы крупноплодных яблонь. Ну, что я скажу, господа, молитесь на ранетку. Может, так и фильм назову. Молитесь на ранетку. Благодарю за внимание. Да? Ну, что, помаши, улыбнитесь, вас снимает камера.